О, черт! Вот. Вот ту. Ох. Call of Duty Modern Warfare 3. О, здрасте, Соул. Как давно тебя не видел. Как себя чувствуешь? Ладно, не до этого. О. Вау. Ни хрена себе. Давайте сначала снимем тех, кто на крыше. Так. А ну иди сюда. Опа, ай. Так, где у нас там еще цель? Какая у меня сволочь там стреляет, а? Ты у меня еще попляшешь, что на меня напал. Четверочку пока нельзя использовать, ладно. Вау. Давайте еще раз. Есть, некоторых сняли. Еще сняли. Еще одного сняли. О, отлично. Ай, сука. Пулеметчиков сняли, это самое главное, кстати. Так, некоторых мы сняли. Он, блин, патронов мало, это жалко. Ладно. Отлично, игра сохранена. Ну давайте. Ща. Иду. Давайте я сейчас с ними разберусь немножко. А потом... Подтверждаю. Минимум трое ликвидированы. О, отлично. Хорошая штука. Да сколько их вообще? Ой, гранаточка. Ладно. Кто там у нас такой? Они все видели. Что у вас за оружие? Жаль, не снайпа. Давайте, может, наверх поднимемся. Извини, мужик, сегодня не твой день. И твой тоже.
Опа. Ой, гранатка. Гранатка. Не успел вниз спуститься. Ладно. Сейчас они мне попляшут, когда я... Дайте я пройду. Там на крыше еще один придурок сидел вроде бы. Так, сразу вниз. Вниз лучше, вниз. Во. Пока нельзя взять орудие. Сейчас, сейчас я в укрытии стану. Во. Метка стреляешь, Юрий, давай дальше. Метка. Подтверждаю ликвидацию целей. Хорошо пошло, очень хорошо. Цели поражены, продолжай в том же духе. Цели поражены. Ай! Гранатка. О, отлично. Не, на крыше небезопасно. Свалим, Юрий. Юрий. Еще, наверное, тут будем. Еще один умник сдох. Еще кто? 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 Готов сделать еще заход. Давай. Я не против. Ребятки, идите сюда. Тут немного потруднее, они в здании сидят, сволочь. Так. Вы чё, там сидит? Надо найти гада. Команда Эхо, мы входим в нужное здание. Николай, готовься к эвакуации. Команда Эхо готова. Давайте. Враг впереди. Ой, блин, идите в баню, а. Вас понял. Предположительно, в арабе. Второй этаж. Браво один, займите позицию. Так, давайте на АК. Ни хрена себе сняли хп. Ребятки, держите. О, что-то новое. Ого, так это ж у нас пулеметик. Сейчас, что? Сейчас возьму сэмочку и штурмую. Как раз. Hello. Ой, гляньте, кто у нас тут, ну? Ой, противогаз. О, да, подыши, сволочь, этим. Да блин, ну зачем вы ему дали? Я бью. Фух, Прайс, ну ты молодец. Николай, пора бы раскололся. Мы получили, что хотели. Готовы к отходу. Почти.
Блин, лучше бы вы ему не давали противогаз, лучше бы он помучился в этом. Связали бы его, пусть бы он помучился, блин, это. Или в рот бы ему запихнули бы этому. Это мрази, а. Вот черт, это да, это бы еще не хватало. Ладно. Как-то выберемся с Олд. Да? Так. Кто это будет? Ой, дробовик же дерьмо в дальних дистанциях. Что я такое? Эй. Запасной. Так. Вы держите, ребятки, наслаждайтесь. Кто-то у нас еще шалит. Дошалился. Но кто там еще? Кто хочет потрепать мои нервы, а? Ой. Новое задание. Ё, за время? Ух ты ж, ёханый мать. Держи. Ой, упал. Какой-то чувак упал. Я не хотел. И полетайте, пожалуйста. Полетай. Слушайте, ну, вы уже... С этим переборщили. Я говорил, вы полетайте, а не мне умирать. Ой, я лежу. Ладно. Так. ХП восстановилось. Эй, не те. Ну, не те перепрыгну. Ну ладно, с кем-нибудь бомбит. Соп, ты жив? Валяется он мне тут еще. А хотите еще раз? Оп. Слышь ты, огурец. Харе. Харе мне тут развлекаться. Ой, извини, блин. Куда дальше идти? Веди, блин, прайс. Бах. Блин, нету гранат. А, есть одни еще. Гранатка. Ну зот. Уть. Вы чего снять не можете? Не расстраивайте меня, ребят. Вы же не боты из Battlefield 3. Хотел сказать 4. 4. Пока что. Да. Да ёханы, опять с этого места. Да вы издеваетесь. Да ну их. Сдохни, пулеметчик сраный, а. Ой, ёхан. Да, зацепила гранатка. Бывает. Чё-то как? Ты как? Ладно. Тем. На крыше дома твоего. Гранатка. Ты чего, снять не можешь? Какой он живучий, падла, а?
Ну сейчас ты меня попляшешь. Да ё-моё, да почему вы стоите на месте? Ну они там прячутся, почему? Мне кажется, начался. Должен все делать я, а не... Они мне уже достали, ей-богу. О, хотя бы сохранение посыба. Сейчас напишут, у, играть не умеешь. Да, я нубить-то хочу. Вы чё, нуба, что ли, не видели? Слушай, ты на крыше наслаждайся, а? Вот вам. Да. Пригнулся, называется. Ладно. Не хотите по-хорошему, будет по. Что это было? Кто меня убил? Зачем меня убил? Кто меня убил? Да шепот, Ой, задрали, я на те крыши. Как они меня попадают, а? Можно как-нибудь... А, ну, поднимусь по лестнице. Назад, ну, давай сюда, сюда, в укрытие, в укрытие. Сейчас мы сюда пройдем. Когда макака побежала. Сейчас сюрприз будет. Ах ты. Гранатка, гранатка. Оп. Можешь что-ли подняться? Отлично. А, там еще два. Куда погнали, а? А ну вали. Давай, прайс. Давай. 56 секунд. Все, жопа. А, успел. Ох ты ж, ёханый. Как туда... А, понял. Ну, хотя бы уже не время. Да блин, я слеповуху не успел кинуть. Блин, зачем мне смотреть чей-то зад, я? Жопу чьё-то еще мне показывает. Отлично. Еще наверх прорывайся. Хорошо, что вас придавило. Ку-ку. Кто там так прыгает? Эх. Давай. Вот там выше уже можно подняться. Отлично. А ё... О, чёрт! Вот... Вот ты... Ох! Да... Николай жив. Свяжемся с вами, как только обнаружим Николая.
О-о-о. Я тоже. Отлично, сняли этих уродов. Капитан Брайс, мы добрались до Николая, но попали под плотный обстрел. Держитесь, мы почти на месте. Похоже, они направляются к Николаю. Вали! Все чисто. Отлично, вперед. Брайс. Брайс. Будешь идти или нет? Ой. О, здорово, Николай. Привет. Сейчас тебя понесу. Воу. Бежать не могу? Ну ладно. Вот только главное меня прикрывайте, а то... Зепа быть, я стрелять же не могу. Ай. Так, сел, отлично. Ух, выбрались отсюда. Если волк в Париже, как мы туда попадем посреди, блин, войны? Мы не... Но я знаю, кто может. Буря в пустыне. так сначала завис, заглючило. Доступа Черный Викинг. Соедините меня с объектом Металл 01. Брайс, спасибо за помощь с Кингфишем. Вам стоит знать, что дядя Сэм приказал брать вас живым или мертвым. Пусть очередь займут. Волк, поставщик взрывчатки Макарову, сейчас в Париже. Мы должны торопиться, пока он не удрал. Я говорю это только тебе. Хорошо. Этот гад использовал фрегаты Industries для провоза ОМП. Я направляюсь в их европейский офис. Французы обнаружили волка. Бойцы Гиган преследовали его в тылу противника, но русские прижали. А вы хотите, чтобы мы их отжали? Действуйте по своему усмотрению, но волк должен остаться жив. Вызываю всех. Это Ромео 595. Требую выслать отряды для дегазации и медицинской... О, Париж. 5-9-5, на связи, Оверлорд. Никак нет, все американские войска в Париже ведут бои. Отберите гражданских и двигайтесь вместе с командой с наветренной стороны. Assassin's Creed Unity. О, опять Сэндмен, здорово. Как же подышать свежим воздухом? Ну да, химическая атака. Какой свежий воздух? Бедный мужик. Доки, доки, оки. 5-9-5, похоже, им крепко досталось. Сплошная зелень в отряде. Сегодня салак уже нет! А. Ну ладно. А я хотел вниз спрыгнуть. Ля-л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 я. Ой, ой, хотите успеть. О, я жив, я жив, я жив.
Хорошо. Что-то было. Хорошо, в самый низ, так вниз. Стой, сука. Сдох, да? Ой-ё, зря я так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сэдман, жив, ты жив, гад. Хорошо. Живучий гад. Кенбот. Так, пистолетиком я пользоваться не буду, потому что смысл здесь пистолетом пользоваться. О! Сколько вас тут, а? Держите гранату. Ай! Что ж ты делаешь? Да что ж ты делаешь, гад, а? Будем ползком. По чуть-чуть. Мри дальше. Мри. Отлично. О! Вот это другое дело. Откройте дверь. Спасибо. Здорово, мужики. Как дела? Где Волк? Русские провели химическую атаку с подземной базой. Мы полагаем, что Волк все еще там. Прикрываем тыл, ведите... Бедный мужик. МП-5. Не, я взял калаш, я возьму дальше калаш. Тарам. Держите, хлопцы. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух, это свой, я уже думал. Так. О, что у нас тут? Оу. Yeah. Гренейт. Ой, сни. Мужичок. Ой, извини. Да что ж вы первые идете, а? Сюки. Доигрались, а? А кто там еще жив? Кто меня стреляет? Ага, войдушка, поддержка. Принято, металл 01. Работаю на высоте 3500 метров. Полная загрузка. Отметьте свои цели. Отметил. Точно. Ой.
Отлично. Хотите еще? А, нет, свои, да? И не свои. Уи! Отлично. Ай, ай, ай. Подождите. Нельзя ко мне идти, а? Подло. А вдруг это свой был? Не, не. Я просто мертвый. Не обращай внимания. Отлично. Один, у меня топливо на исходе. Требуется 10 минут на заправку и перезарядку. Отбой. Вас понял. Спасибо за помощь, Вархаммер. Да, спасибо за помощь. Вот он, вход в катакомбы. Ну? Спускаемся. Опа. Ого. ФПСик проседал как. Тут можно будет дышать, да? Все, сняли противогазы. И черный экран. Зашибись. Нам нужна максимальная маскировка, только один фонарик. Вас понял. Ко мной. А как фонарик вкрутить-то? Фонарь включить-то, ёханый, если можно вообще. Управление. Так, действие. Следующая волна, ночное зрение. Ага, может, хотя мне кажется, вряд ли. Обозначьте маршрут фаерами, чтобы помочь им найти вас. А, что это было? Тудун. 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 Ёкны. Теперь ты будешь светить, ё-моё. Всё чисто. Вперёд. Где остальные французы? Прошлой ночью наши казармы в Сатари подверглись химической атаке. Почти все мои солдаты погибли на месте. У меня... Это плохо, мужик. Сочувствую. Вот почему Волк должен поплатиться за всё, что он сделал. Он заплатит, босс. Я прослежу. Оу. Сюда. Подходим к предполагаемому положению цели. 100 метров. Туннели. Игра сохранена. Сколько черепов. А вроде бы такое место и реально существует. Как сейчас мне ответить, а? Пошли! Казан нету. Во! Прицелом лучше возьмем. Вспышка!
Я слеп. Козел. А ну иди сюда. Тун-ту-дун-ту-дун-тун-тун. А-а-а! Не успел я его захватить! Но мы продолжим в следующей серии. Всем пока!